Это просто реально друг, это подарок от Бога, которого, не знаю, я даже не просила, я даже не ждала, что такое может быть. Потому что реально она вот приехала и просто стала мне как сестрой. Сразу же, мы просто настолько на одной волне с ней. На одна волна. И, не знаю, как-то мы в духе очень похожи. И в духе мы подобны. Да. И, блин, не знаю, это настолько сильный человек. Толково это сильный очень человек. Открытый человек. Творный человек. Очень творческий человек. Творческий человек. И просто Бог реально такие чудеса через нее творил. И через нее правит такие чудеса. И я прям чудеса. Видела, что Бог ее привел сюда. И видя, что Бог чтобы через нее довел послужить и нам, церкви. И послужить через нее на и нас. И другим людям. И на другие хора. Она появилась вот именно тогда, когда у нас начались лагеря все. И сейчас я повела, когда започнаха лагеря. Когда мы решили там что-то организовывать. Когда решили мы доорганизировать. И вот для нас ты, наоборот, была таким глотком. А за нас ты себе еще глотка на свежий воздух. Сказала там? Свежего воздуха. Новой воды. Новой воды. Вот она реально приехала, и молодежка просто поперло у нас. Она начала там общаться с одним неверующим парнем. Я започнула думать, что у вас один неверующий. Это так легко, оказывается. Мне помыслили, что твоя толкова лесна. Почему мы так не делаем? За что не неправим такая? Потому что до этого нам реально было стыдно общаться с неверующими людьми. За что приди на нас было срамно, что у нас неверующий. Как-то было нам неудобно все говорить о Боге. Вещи неудобно договорим за Бог на тях. И Стася приехала и реально подала нам такой пример. И показала пример. И, блин, я надеюсь, что мы, 100% с тобой еще увидимся. Надеемся, что мы увидим. Тебе спасибо большое, что ты послужила нам. Благодаря тебе, что ты была настоящим другом, настоящей как сестрой. Приятель, сестра. Я тебя очень сильно люблю. И тебя обичу. Да, Стася настолько стала частью нашего коллектива, Стася нашей команды. Стася стала такая часть от нашего коллектива, от нашей экип. Нашей семьи. От нашего семейства. Прям мгновенно, моментально. Мгновенно и моментально. Это настолько человек, посвященный и Богу. Твой толково посвятен человек на Бога. И мы настолько все вместе двигаемся в едином духе. И заедно все движем в один дух. И это было очень видно, когда мы организовывали вот лагеря. И это Василий Чеши Гуату организировали лагеря. Какие-то совместные поездки. Путывания. Молодежки. Молодежки. Потому что вот Стася только 3 месяца с нами, и она уже на одной волне. И тебя вече на одна волна с нами. Понимаем друг друга с полуслова, с полузгляда. С полудума. С полусмеха, да. Потому что вот к нам приходили вот ребята с Ирландии. Другие молодежи от Ирландии. И у нас был квас на столе. Имахме квас на масата. И мы, получается, все смеялись, у нас молодежки очень весело приходят. И вот Стася как тоже новый человек, но она с нами на одной волне на духе не удивляется этому. С нас на одна волна, и не все учуду. А ребятам с Ирландии это было удивительно, они спросили, а квас точно безалкогольный? На тези молодежи им больше странно, и поглядных акваса и питают безалкогольно ли? Потому что мы действительно, как команда, у нас все весело, все было... Потому что наистина, как у экип, виногине забавно. Действительно очень круто, ты действительно полюбилась нам за это время. Много ты за убичих мы пристула время. Мы тебя ждем назад. И ты чаками до сих вернешь. И что это крайнее служение, но не последнее твое тут. Крайнее служение, обаче не последнее. Я очень рада, что ты приехала. Я с ногу рядом, часи дошла. Ты вообще показала много разных вообще. Меня восхищает вообще, как ты остаешься собой в разных ситуациях. Ты мне подаешь пример вот. Несмотря на какие-то обстоятельства, что делают другие люди, и ты иногда, все равно видишь какой-то стержень, и который управит других хоров в тебе, и следуешь вообще внутренним голосом, и ты следуешь Богом. Сеглас и Бог. Да, вот как ты приехала сюда по... Вот как ты сюда шла тук? Откровение, ну не по откровению, а вот как ты следовала за Богом, и как пришла ты следовала сюда. Господь в откровении, то есть дошла тук. И мне очень нравится, что... Тебе заходят наши шутки. Немного Михаил разберешь наши шутки. Что мы повышаем и как ты себя зачини уверен самооценка. Это один на друг, как мы засмеем на шаги один на друг. Вот. И надеюсь, что ты вернешься и скоро. И надеюсь, что чатишься, приберешь скоро. Да, или хотя бы на свадьбе к ним. Или приедешь. Или на свадьбу, что ты появишься. Вот. Так что желаю тебе... Конечно, пожелаю вам...
найти, следовать за Богом и вернуться сюда. Сегодня штука. Добавлю еще, чтобы вы понимали, насколько мы стали единым целым за это время. Ребята с Бургаса и Пловдива, молодежь из Сергея. Вообще-то от Бургаса и Пловдив. Очень удивляются тому, что Стася с нами только 3 месяца. Могу себе чуди, хоть Стася с нас самого 3 месяца. Они говорят, мы видим между вами вот такую любовь, так такой вот контакт. Между вас видим и такой контакт, и такая любовь. Как будто вы с детства вместе. Все одно от детства сте заедно. Блин, ну примерно так и чувствуется. Да, круто. Ну вот, считай, я Стасю привез сюда. А Стася Дукарлах тук. Да, и вот я как раз, ну, она тогда спросила в машине, Тями питав кулата. Когда в отеле отвозила, типа, ну, нужно ли выходить на работу. Дали треба да излизам на работу, пак. Я сказал, ну, если тебе не заплатят, что мне надо тебе платить, за что треба да излизаешь. Сразу увольняйся. Виднага все увольнявай. Да. Ну, еще круто, что, как бы, ну, Стася это... Ну, один из первых поселенцев и церкви. И ночи Стасия один от первых поселенцев в церкви. Да, очень приятно, что церковь исполняет свою функцию. И не харесва, че церковь исполняла свою функцию этой вечи. Нашим помощь христианам. Помощь нашим тих христиане. Да. Да, и Стасия очень хорошо играет в футбол. Стасия много добре играет в футбол. Да, так много поиграли летом. Толку много играх мы призля тут. Но я все равно отбирал у нее мяч каждый раз. Бача, а спаки в зимах топка-то всякий под. Да, да. Ну, да, очень приятно было. Беше мне много приятно. Прости время, да. Встречай еще. О, дорогой Господь, мы благодарим за нашу сестру Стасю, Господь, за то, что Ты привел ее к нам. Благодарим Тебя за то, что она смогла нам послужить, смогла дать этот новый глоток воздуха, новые пути, Господь, нам, как двигаться, Господь. Спасибо Тебе за нее. Благослови, Господь, ее дорогу, ее обратную дорогу в Россию, домой. Пускай она и дальше будет являться таким светом, светом Твоей силы, Твоей славы, Господь, будет являться хлебом и солью для других людей. Наполняй ее, Господь, силами, хорошей энергией, настроением, Господь, чтобы она двигалась дальше. Развивай ее, Господь, в том направлении, в котором Ты ее видишь, Господь. Мы молим Тебя, если есть на этот воля Твоя, Господь, усмотри ее обратное возвращение сюда, на постоянное место жительства, Господь. Мы верим в это, верим, что она сюда приехала не напрасно, что она действительно извлекла большие уроки и будет ярким примером Твоей силы, Твоей славы. Мы молимся в единстве и согласии за Стасю. Мы благословляем ее жизнь, мы благословляем ее дорогу, ее дальнейшую работу, ее дальнейший путь, путь служения, путь жизни, Господь, что она действительно найдет свой путь, найдет свое призвание, свое предназначение будущего хорошего мужа, хороших детей, Господь, которые у нее будут в будущем. Мы благодарим Тебя за все. Мы молимся с любовью и благодарностью во имя Иисуса Христа. Аминь.